Девочки, всем привет! Так, это видео «Начало для девочек». Смотрите, мы в Максидоме, и вот, ну, нашли, как бы, просто показываем вам, что есть вот такие белые, да, прокладки везде, а черных нет. Просто если у кого там черное белье носят, да, это очень, как бы, и незаметно. Это для стрингов белые и черные. Ну, мне, например, все равно, нет? Или это как бы... Если я узнала, что есть черные прокладки, я только ими очень люблю пользоваться. Они как бы со всех сторон черные? Абсолютно черные. На темном белье шикарно. Ну ладно. И для стрингов вообще супер. Обалдеть, Аленка. Да. Это даже прокладки под цвет, не знаю. Обалдеть. Ой, какие красивые. Смотри, какой. Ого, так это мне можно. Можно. Ну, я в такую чашечку. А, кстати, она такая большая довольно-таки. Алена, вот мне какая. Каждой кошке по коту. Правильно. Или вон красивые. Здорово. Очень симпатично. Так, ну мы пришли. Аленка, давай попереставляй. Смотри, какая баночка. Гель для душа. Для мужчин, типа, ну, да? Да. Прикольно. Мы так пойдем в отдел инструмент. Пойдемте. Алена Владимировна. Ой, сколько это цвета, помню, покупала. Смотрела. Хотела, нет? Да, хотела. Нет, я хочу. Ничего. Я, конечно, понимаю, что они большие, они дорогие. Ну что? Ой, 1000, но я не готова за 1000. Скидочка будет еще. Твоя, да? Что такое 1000? На, Аленка, подержи вот так. Ковров. Давай. Только что включили. Полчаса я тут уже распинаюсь с мужиками. Ой, девочки. А раз тебе коричневый нужен? Да, у меня же все коричневое. Прям маленький. Я бы прям хотела бы в два раза. А вот ниже. Что это за ковры такие? Прорезиненные. Такая не надо. Туда попадет и все. Ну, не будешь? 950. И 7% скидка. Буду, конечно, потому что... А, или вот такой более-менее. Размер 60 на 90. А здесь размер 90 на 60. Ну, это другой, по-моему, размер, да? Ладно, берем это, надо было каталку взять. Мы обратно пройдем мимо этого отдела. Оставь. Тут полно таких. Все? Все. Выключай. Они такие мягкие. Вот это занавеска. Вот что мне на кухню надо. О, вот это красивая. Это прям моя кухня. И подушки хорошие. И подушек у меня. Вот, девочки, у меня диван же вот такого. Вот такого. Мяу. И Аленка пошла в подушки. Мир подушек. Ой, девочки. Не знаю, был уже эфир, когда я выложу или не было. Но я сейчас просто под впечатлением. А куда мы пришли? Нам надо в инструменты. Вот инструмент, там. Мы пришли. Моя помада, которую я вчера купила. Ну-ка. Ну, яркая. Хорошо. Но она не очень насыщенная. Так, идем. Сейчас будем выбирать, девочки. Так. Надо все-таки спросить, может, нам посоветуют, что здесь есть какие-нибудь такие наборчики. Девушка, извините, вы не хотели инструмент? Здравствуйте. Здравствуйте. Отсюда. Они подскажут, что нам надо в подарок, два подарка за 1500 каждый. Вот набор отверток или что-то такое, что-нибудь. Да, два подарка. Ну да, что-нибудь есть какие-то наборчики? А, тут вот есть даже прям набор. Может быть. Вон, 1600. Ну, это за, как бы, они не нужны эти.
Ну, смотрите, есть вот такой типа отвертка с разными насадками битыми, головками. Ой, это шикарная, Наташка. Ну, еще что-то. Одна насадка? Ой, одна отвертка, да, и насадки. И разные насадки магните. И головки. То есть можно закручивать. Хорошая, Наташа. И пирожное купим. А, то есть ты не хочешь еще добавить что-нибудь, нет? Достаточно. Просто отвертка. А она типа. Ручная отвертка? Да, ручная. То есть без... Ну, как вариант, хороший подарок. А вот еще просто 387. 7 штук. Смотри, какой наборчик. Тут и плоскогубцы. Есть еще вот такие тоже ручные. Здесь чуть-чуть другой набор. Здесь без головок. 1100 стоит. Так. Ну, 1100 вот считается. Ну, а что? Так, сейчас посмотрим. А вот ты это не хочешь? Вот как раз 1400. Разные отверстки очень. И, кстати, нас с насадками они. Набор бит. А что такое бит? Ну, это и есть бит. Самое. Это вот куда вставляются? Ну, вот, типа, такие же отвертки, вот что ты и смотрела, только уже 1500 как раз. Так давай все, не будем париться, Аленка, ты чего? Пирожные не хватит. Да. А какие? Вот девушка, что такое? Аккумуляторная отвертка, типа, с разными насадками, то есть вставляется насадка, и она закручивает. То есть она слабее, чем шуруповерт, 1000 рублей сейчас по акции. Девушка, а вот это что такое? Здесь тоже отвертки, и здесь разные насадки вот под вот эту. Угу. Ну и сами отвертки, да, тоже да, есть да. Вариант. Вот это ровно 1500. Все, давай вот это, две. Никаких пирожных никому не надо. Алло, никто там не ест эти пирожные. А это что? Набор вот бит там, да, и вот. Отверток с держателем. Все, ну, давай конкретно. Это, да? Ой, как хорошо. Вот, девушка, спасибо, мы нашли. Да, спасибо огромное. Ну, Аленка, как ты выбираешь? Все, это была моя идея для начала. Молодец. Моя идея. Просто молодчина. Так. Видишь, СМР. О, мне надо, знаешь что? Ситечка в кран у меня на раковине ванной вылетела. Пойдем в ситечке. Это, наверное... Ой, что? Ну, тоже я хотела, но не замерила. Кого? Ну, такую хотела. Ну и возьми, если что, вернешь. Так, я пойду искать мужика в ситечку. Вот, кстати, серенькая мне нравится. Но раковина мне такая большая не нужна. Мне надо заниматься ванной, Ален. Как ей заниматься? Так, девочки, сейчас найдем мы. Вот они, голубчики. Здравствуйте, а не подскажете, вы знаете, ситечки такие вот в кран, где можно? Аэраторы с вентиляторами и нагрева. Как они называются? Аэраторы называются. А. Все нормально. А у вас резьба внутренняя или наружная? Что это такое? Что такое внутренняя? У аэратора есть резьба, он либо вкручивается, либо накручивается. Давайте такую. Они же недорогие. Есть нержавейка, есть пластик. Пластик дешевле, чем нержавейка. Не, мне ржавейка там выпала. Сейчас я покажу этим штукой. У меня просто в раковине что-то вывалилось. Ржаво. Смотрите, какие красивые. Ой, вот как я все-таки этот цвет люблю, а? И прям всегда меня к нему тянет. И серый мне нравится. Очень красиво. Где Аленка? Аленки нету. Очень красиво. Девочки, я под впечатлением об этом моем женихе. Вон она ходит. Джакузи. Вот она, мужиков. Муряет. Ленка хочет цветочки посмотреть. Это у нее, видимо, уже все начинается. У меня ни одного не цвет. А, ты прям... Вообще ни одного. Алена, ну и не надо. В мае едем... А где они? Туда. Вон они впереди.
Тут цветы дорогие. Смотрите, уже все посажено. Офигеть. Ой, какая сказка. У меня даже вот такие кактусы умерли. Круглые. Не бери нас, не бери. Мы хотим жить. Ну вот такой ты должен, вот у тебя, по-моему, такой и был. Или вот, Аленка, вот такой возьми, смотри, какой хорошенький. Ничего с ним не будет. Нет, вот с большими мне понравилось. Видишь, они уже вот как повреждены и может дальше пойти. А сколько он стоит? Цен не видно. А вот у тебя тот, да, шел хорошо, толстенький такой, как это? Этот. Это, по-моему, денежное дерево. Нет, нет? Не этот был цветок. Вот самый из долгих, кто... Не сразу. Ну, вот такой. Ага. Да, они их листочками рассадить, они быстрее, блин, вырастут. Потому что, Аленчик, в Максидоме не надо. А хочешь, поедем на какой-нибудь такой цветочный базар? Не хочу. Я в Ахее тоже сегодня была и смотрела. Вот видишь, 1600, да? Да. А в Ахее за 900 чем-то скидка. Так, ладно, давай на кассу. А я за этим самым, за ковриком еще. Угу. Кручу, 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 педали кручу. Что дальше делать, не знаю. Вот кто так оставляет изоленту, понимаешь? Даже я знаю, что надо... Я как это сейчас. Москва слезам не верит. Следующий. Ну тебя так. Ну ладно, господи, что мне дать? Дядя. Аленка в обувном у нас. Аленчик у нас в обувном. Какой-то красивый обувной. Прямо смотрите. В таком цвете все. Какая обувь красивая. У тебя аж прям переливается, как резиновый, лаковый. Девочки, лаковые. Сумочки какие хорошенькие. Ой, какие мягкие. Спасибо. Но это эко-кожа, да? Какие-то эко, какие-то натуральные. У нас перемешки. Очень нежная. Смотрите на ценнички. Спасибо. Симпатично. Аленка, как всегда, ищет обувь. А что ты? Опять сумку? Ну, Аленка. Ой, какой зайка. Шикарный, красивый какой магазин. Если бы она была большого. То есть ты и на зайчика согласна? А мне все здесь. Нет, ну зайчик. Аленка сошла с ума. Зайчика подарить. Тут весь прикол в зайчике. Девочки, такого, так сказать, удачного макияжа для не сложившегося. Наташа, вот мне сумка моего размера. А, свидание у меня еще никогда так не выходило. Но я знала, что я уже не пойду. Так сказать, вот печальный макияж. Ого, кожаная. Это кожаная, это самое. Это Сада Маза. Сумка. Класс. Интересно. Интересно, красиво. Ой, какой нежненький. Жарко. Ну пойдемте, мы кофеек хотим попить. Кроссовочки мужские. В этот самый Гольфстрим. Очень большой. Вот, девочки, вот это новинка, я такого не видела здесь. Смотри, как и трусики дешевенькие. Ну, для этого магазина. Шикарно. Ой, это весна-весна прям.
Ой, какой красивый сам. Вот мне нравится вот такая, чтобы внизу было. Это очень красиво идет под грудкой. Очень. Аленка, посмотри, как сделано. Прям вот ничего лишнего. Очень красиво. Я люблю, когда вот внизу такая бора. Ой, вот это вообще трусики. Ну и коллекции. Ну вот эти дорогие как бы коллекции. Я пока что так, это пусть мужчина дарит. Я сама себе такой не покупаю. Ну красиво, конечно. Прям праздник. А, вот смотрите, а это 1000. У меня пока все есть. Если будет повод. Пока повода нет, девочки. Пока нет. Еще очень выгодно покупать вот несколько, два бюстгальтера. Я как-то так брала. Вот красивый цвет такой. Шоколад. А, вот это тоже нежненько смотрится. Но я такую не люблю. Пахну. Так. Ой, Гольфстрим всегда такое разнообразие, что прямо, вот смотрите, 2 плюс 1 по цене 2. Ну, кто вот стринги, даже это не стринги, очень красиво. Ну вот тут вот эта одежда, она всегда почему-то дорогая у них. О, халатик моего цвета, такой зелененький, симпатичный. Тут можно вообще 2 часа пробыть, перемерить, если когда-то что-то нужно. Я вот только с чашечкой, естественно, и вот чтобы был пушап. Иначе у меня груди нету. Это, кстати, будет очень красиво. Очень красиво, но загорелая. Ну, знаешь, что это? Беда всех купальников, они выгорают за один сезон. Многие красиво покупают на один сезон. Мне такая нравится, вот когда перекрутка идет. Конечно. А вот это вообще будет красиво, синий, да, яркий. Ой, и трусики хорошенькие. И может он даже и не выцветит. Поедем. Тебе надо? Расходный материал с учетом стоимости туры. Ой, господи. Так, ну мне больше тут ничего особо не надо. Купили подарки мальчикам на работу. Сидим, кофе пьем. Девочки, ну я утром поела кашу. Если я вам показала, я не знаю, может быть, еще попозже покажу. И вот по трюфелечкам заказали. Да, ой, шикарно. Шикарно. Вот, всем приятного аппетита. Достаточно одной чашечки кофе, девочки, и вот такую. Не надо большую. Да, вон Аленка даже сказала, да, кто там, Павлова, да, была, пирожное это, Павлова. Не надо вот это и все. Так, девочки, мальчики, я в подружке. Подружка, сейчас заходим, что мне тут надо? Ну, во-первых, надо мне тоник какой-нибудь подобрать. Может быть, тот же самый куплю. Не знаю, мне очень нравится. Потом посмотреть корректор Катрис для Яночки номер 020. Сравнить. Так. Ну и просто что-нибудь найти. Посмотрите, тут как раз что-то. Вон моя, это Itskin. Как раз, девочки. Что-то. Распаковочка здесь. 11 часов, хожу, никого нету. Там мне говорят, что по техническим причинам еще свет только у них вырубили сейчас. Потом вырубили. Короче, сколько ждать, не знаю. Закрыть писерщик. Ой, писерщика, подружка. И что делать? Типа они не знают, когда они там кассы включатся, когда чего. Может, им 15, может, 20. Девочки, мне некогда ждать. Я должна идти. Давайте тогда в следующий раз в неделю забегу, потому что, ну, блин, я сюда столько шла. Все, пойду тогда за продуктами в аптеку. Жалко. Ну, что делать? В следующий раз. Все открыли. Я даже не отошла далеко. Так, Катрис, Катрис, Катрис. Где тут?
Сейчас я шапку сниму, девочки. Так, вот каприз. Вот эти. Стоят они 379. Сейчас найдем, сделаем свотчи разных оттенков. Вот 0,10, а вот 0,20. Этот вообще темный какой-то. 0,39, 0,20, 0,32, 0,10, 0,05. А это какой-то, не знаю, тут нет, наверное, сразу 0,10. А, 0,02 тут должен быть. Все, давайте сейчас покажу. Яночка и другие девочки, посмотрите. Первый номер, который ближе к часам, это у нас 0,05. В серединке это как у меня. Это 0,10. Так вот, 0,10. А уже третий такой, желтенький, это 0,20. Вот который ты, я напросила меня показать. Смотрите. Первый 0,5. Дальше мой. Потому что у меня как бы серый потом кожи, он мне очень хорошо. А вот этот уже 0,20, третий, который от часов, да, такой желтенький-желтенький. В принципе, они все разные, да. Вот, так что можешь заказывать, если понравится. Сейчас я их чуть-чуть растяну. Чуть-чуть растянула их. Не знаю, видно здесь. Вот так. Ну, я бы и сейчас тоже себе взяла серый, потому что у меня серая кожа. Так, ну что, идем дальше. Аленка купила карандаш. Какой она? 0,2. Вот видите, я даже к ним не притрагивалась, потому что у них мне не нужны такие цвета. Но на самом деле, вот так, тут не такой цвет. Сейчас я попробую тоже показать сводчики. Тут очень пыльно-розовый красивый. Поэтому это 0,2. А вот, наверное, и помадка 0,2. Сейчас я тогда покажу сводчики. Вон этот вообще какой-то бежевый. Это вот розовый тоже какой-то. Этот вообще серенький. Смотрите, такой холодный. Сейчас я сводчики сделаем. Так, девочки, вот эти карандашики, они, я не знаю, то ли вот какие-то, то ли скидки. А, тон 16, именно на тон, а его и нет, этого тона. А это помада. Карандаш 439, я так думаю. Вот они, да, 439. Ну, смотрим, вот тут со второго номера 2, 3, 4. Вот, смотрите, все подписала. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, по мне, так самый нормальный для меня это второй. О, хорошо видно. Вот видите? 2, 3, 4, 5, 6, 7. А тут уже такие яркие идут. Смотрите, девятый какой прям сиреневый-сиреневый. Вот, Influence. Карандаши для губ. Вот. Ну что, идем дальше. Кстати, вот тут я нашла новые, таких палеток не видела, Influence. Вообще, смотрите, какие цвета. Плохо, что не видно. И видно, отсвечивает вот эта зеленая упаковка. Ну, тут синий есть, я вижу. Сейчас мы посмотрим тоже по сводчикам. Вот они здесь есть. Видите, это вообще другие все. То есть вот мои палетки уже этой Карби. Господи, Карби. Или как она называлась? Ее уже нет. Здесь есть новенькие. Вот это вообще такая летняя. Нужно посмотреть. Посмотрите, сейчас я вот это тогда уберу. Девочки, еще раз. Прикольные, хорошие. Но то, что нарисовано цвет на карандаше, совершенно не совпадает. Просто не совпадает. Не знаю, как они так. Вот, например, шестой. Что это? Шестой. 0,6. И вот он, 0,6. Вот он. Разве это такой? Какой-то зеленый. Ну, может, это у них фишка такая, что не должно совпадать. Так, сейчас посвочим эти. Эту летнюю палеточку. Называется она Neuromorph. Neuromorph. Ой, какие вообще. Ну, не знаю, как насчет пигментации на глазках будет, на веках, да? Но вот сейчас на руке покажу.
вот здесь, это вот здесь, и это палетка, вот она. И вот сочки, самые такие взяла. Вот зелененький я взяла, фиолетовый. Ну, вот эти блестючки, конечно, красивые. Мелкий такой помол, или, не знаю, правильно я говорю. Весенний. Ну, извините, стоит она 1190. Я такую не буду покупать, естественно. Да и цвета не мои. Ну, еще вот это мне нравится. Более такая вот она. Такая томная, пасмурная. Butterfly эффект. Эффект бабочки, да? По-моему, это. Ну, давайте тоже посвочим. Так, говорю, что я вот эту буду свочить. Вот эта палеточка. Butterfly эффект. Эффект бабочки. Вот она так выглядит. Вот так. Да, вот она. А вот сочки. Девочки, это для тех, кто любит вот такие серые тона. Я, конечно, люблю серые тона, но у меня их полно уже, так что. Ну и дорого стоит палеточка. А так цвета вот такие, видите, серые какие-то. Да, даже блестючки есть. Ну, ни о чем. Не знаю. Карбер. Вот не сравнится. Моя вот эта палетка, которая. Так что не очень. Ничего не видно, здесь тоже какие-то зеленца чуть-чуть есть. Так, ну куда идем? Вот я хочу ноут все-таки показать. Найти ту помадку, которая у меня стерлась, такая розовая. Номер там стерся. Вот сейчас буду смотреть. Так, это у нас ноут. И вот эти помадки с сияющим финишем. Ну я не знаю, никакого сияющего нету, честно говоря, если это эти. Ну, по-моему, мой 02 цвет. Вот смотрите. Вот первый, ближе к часам, это 01, тоже такой нюдик-нюдик. Мой 02, ну, на губах он нежнее выглядит. И потом поехали 4, 5, 3, 4, ну, некрасивые какие-то такие. Ну, я такие просто не ношу. А вот эти первые два интересные. Вот они в зеркальце. Что-то в этом есть. Ну, второй-то мой розовый. Это мой. Значит, моя помада 02. Надо запомнить. Вот она так выглядит. Но она не так чуть выглядит. Упаковка другая. Вот, да, вот когда я ее открываю, вот такая она. Такого цвета. Но на губах очень приятно смотрится. Вот. Стоит она 409. А, это то 0,7 только, странно. А 0,4 529, не знаю, что тут за цена. Ну и очень пигментированы, конечно, у них тени. О, далее. Пигмент какой. О, 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 и во. Та-дам! Пожалуйста. Ну, в принципе, о косметике я все уже рассказала здесь, больше мне ничего не надо. Пойдем тогда в уход. Здесь такая фирма нового здесь. Ну, во. Я иногда иногда подхожу, смотрю. Просто цены очень такие приятные. Смотрите, нашла такую палетку. Soft Eye Shadow. Смотрите, какая гамма хорошая. Прям весенние тоже. И фиолетовые, и зелененькие. Сейчас я сводчики сделаю, очень приятно. И всего 716 рублей. Вот тут как бы рыжие какие-то, это мне нравится. А эти я сейчас делаю. Продолжаем. Делаем сводчики вот этой палетки. Стоит она 716 рублей. Вот такие цвета. Но зеленые не стала брать. Просто тут очень красивые такие пудрово-розовенькие, даже с фиолетом. Смотрите. И сводчики красивые. Давайте на свет куда-то. Смотрите, какие. И очень красивые блестючки. Просто за такую цену можно и такие приобрести. Они какие-нибудь. Очень хорошие цвета. Если кто любит, вот такие сиреневые. Мне иногда не хватает прям такого сиреневого. Ну, я добавляю темный.
Ну что вот такая новая. И тут я еще нашла вот очень красивая, кстати, вот палетка тоже 479. Недооцененная какая-то. Смотрите, во-первых, как она. А, это просто коробочка такая. Сейчас я тоже сделаю сочки. Это для лица палетка. Для скульптуры. Так, тестируем вот эту. Видите, там достаточно тяжеленькая. Зеркальце нормальное. Смотрите, какие цвета красивые для контуринга. Прям очень правильный корректор этот. Не корректор, а скульптор. Вот цвета. Ну, рыженький такой можно под румяшки. Смотрите, какой серо. Прям даже в зеленый входит. Очень правильная тень будет. И такой хайлайтер. Просто за такую цену очень красивый скульптор. Не рыжит совершенно. Если хотите что-то потеплее, вот можете смешать. Очень здорово. И тут очень она, видно, много продукта. Даже не знаю, сколько здесь. 9,5 грамм. Обалдеть. Китай. Ну, не знаю. Цвета очень красивые. Это вот такая фирма Novo. Девочки, всякая бижутерия, видите? Ой, вот так для какой-нибудь маленькой девочки, розовенькую. Сказала Наташа и купила себе. Ого, какие шары. О, розовые, смотрите, прикольно. Необычно. Смотрите, уши какие вот массивные. Вот это длинные прям. Такие помпончики. Господи, что они придумают? О, что это? Ну что это, девочки? Ну, это дискотека 80-х только. Прикол. Так, ну ничего такого нету, чтобы для нас. Пойдемте тогда в уход. Там разбирают косметику. Уходовую. Так, вот тут какой-то есть матирующий, есть успокаивающий. Я брала всегда успокаивающий. 415. Дороговато. И скидок нет. Что тут еще есть? Тоник какой-нибудь. Я не знаю. Эссенция какая-то. Ну, вот я не доверяю такой цене, конечно. Не знаю. Вода Мертвого моря. Так, это что такое? А, для контура глаз. По-моему, я какой-то покупала и маме потом отдала. Тонер. Сыворотка для лица. Пенка умывания. Так, чтоб тоника-то и нету. Тоник. Я ж не буду за 1000 покупать. Это все минималки такие. Можно вот так взять и на отдыхе. Кстати, что это за маска такая? Ну, а, это для волос. Сейчас бы купила. Купила бы для волос и положила бы на лицо масочку нормально. Утром бы встала, так сказать, была бы легкая.
пушистость. Так, ну здесь просто крема, я так понимаю. Масло для тела 669. Чё всё? Вот мой. Вот мой. Слушайте, а вот такого крема, который я покупала в Ревгош вчера, или когда он там с Аленкой был, нету. Нету здесь. Я знаю, что в подружке его нету. А, так вот тоники. Это что, 2400? Вот это было. Хотя мне кажется, я не сравнила. Фасон для лица. Не так тоник нужен, как вот потом молочко смывать. Потому что это эссенция против несовершенств. Что она делает? Лосьон для лица очищающий. Средство. Нанесите лосьон на очищенную кожу лица с помощью ватного диска. Протрите. Так. Франция изготовитель. Где состав? Состав нам только снится, видимо. Но то, что Франция, что-то как-то. Что это за вообще такая Эволюдерм? Какая-то интересная. Салициловая кислота и цинк. Они отшелушивают эпидермис, да? Экстракт грейпфрута, насыщенный витаминами. Слушайте, ну давайте просто для прикола. Смотрите, она и запечатана так хорошо, что мне нравится. И стоит 329. Просто попробуем. Потому что у меня всякие тонизирующие же есть средства, да, вот это, тонер и так далее. Вот. А я попробую, мне просто нужно молочко чем-то убирать. Все, девочки, супер. Пробуем это, все, и идем. Больше мне ничего не надо. Идем на кассу. Ура!